8 месяцев назад в семье Красовых появился новый человек. Зовут Дима. Характер исследовательский, ум пытливый. И чтобы мальчик и его сестренка Лиза росли здоровыми, в доме просто необходима мультиварка, решил папа. Под елку положил сюрприз, а он оказался нерабочим, этот сюрприз. Ага, просто сразу не работала? Сразу не работала. В первые минуты, когда было разочарование, конечно, что она не работает, и на следующий день мы пошли в магазин. Ну, там нам сказали, что сдадут на экспертизу, а так таковой экспертизы не было. Но и в данный момент, когда мы пришли за мультиваркой, нам сказали, что отремонтирована мультиварка. Я говорю, мне отремонтированная как бы не нужна. Что делать в такой ситуации, Татьяна понятия не имела. Хорошо подруга подсказала обратиться в отдел по защите прав потребителей при администрации города. Туда пришла, мне там приятные девушки сидят в этом отделе. Подсказали, написали претензию, и вот сходили, мы эту претензию отнесли, и нам сразу отдали почему-то деньги за данную, сразу отдали. Как увидели данную претензию, сказали, мы вам звонили, вот отдали деньги сразу. Вы купили некачественную обувь, да? Когда? Ну, вчера. Пожалуйста, приходите к нам в отдел потребительского рынка, кабинет 108. Понедельник, среда у нас приемные дни, с 8 до 5 мы работаем, с 12 до часа в обед. Жалоба Татьяны в новом 2013-м в этом отделе была одной из первых. А вот обращений подобных этому за прошлый год здесь насчитали более 800. Самый больной вопрос – это у нас установка некачественных окон, дверей, балконов. Угу. Это у нас самое большое. Вот у нас 70% всех поступлений только на некачественные. Да, вот в этом случае как раз, наверное, люди через суды потом решают проблемы. В отделе по защите прав потребителей советуют, прежде чем покупаться на так называемые выгодные предложения, поинтересуйтесь у друзей, соседей и родных о репутации фирмы. Ну а если избежать покупки некачественной услуги или товара не удалось, помните, закон на вашей стороне. И даже наличие чека на товар не обязательно. Правда, стоит помнить, что есть товары, которые вернуть вы никак не сможете. Это товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях. Теперь предметы личной гигиены, это зубные щетки, расчески, заколки, бигуди и прочее. Парфюмерно-косметические товары, текстильные товары. Имеется в виду бельевой трикотаж. Правда, если чулки, лекарства или книги оказались некачественными, вам просто обязаны вернуть деньги за товар. Отказываются, идите в отдел по защите прав потребителей. С момента, как в семье Красовых началась мультиварочная эпопея, и до момента, когда они смогли вернуть деньги и купить новый аппарат, прошло буквально 4 дня. Претензию им и вовсе составили всего за несколько минут. Так что, вернув деньги, они обратились в другую фирму, и теперь маленький Дима и его сестренка Лиза едят только здоровую пищу, приготовленную в новой мультиварке. Вот сейчас мы как бы не нарадуемся данной мультиваркой. И вот смотрите, людям, у которых вот похожие ситуации, там обувь некачественную купили, утюг не работает, фен сломался и так далее. Вы, как человек, уже прошедший какой-то вот путь, что бы посоветовали? Ну, сначала не горевать это сразу. А действовать, как бы обращаться в данные организации, которые у нас есть, то есть это отдел потребителей, они уж точно подскажут.